Сейчас хоть он забыл PvP скролл будет. Ты лучше не гонись перед этим. Ага, арится. А, на каком-то гите еще раз. Скролл залпы умирает, что ты с ним файтишься? На 5Т. О, в системе 5Т на гите ОР. А, окей. Я с другой стороны, если что. Как у Кроу дела? Ну я ее как бы вытащил. Начал только стрелять. Буду портить тебе сейчас соло ПВП. Сейчас успею. А что за ума на рис? Номин пришел в 90. Нет, он на инсту пришел. Ну, инсту. Что это такой ватный, или ты бейтишь? Видишь, чтобы Номан не альфанул, он пошел к тебе, слышишь? Ну, сотки. Я начинаю раздамаживать его осторожно. Давай на Номан переключимся, в жопу Кроу. Ну, я уже... Падать в хвост, наверное. Ну, ты осторожнее, главное, вдруг бейт. Блин, далеко от меня его допил, попытайся как-нибудь ко мне двигаться маленько. Блять, больно? Ну ты как бы это... Блять. Не, я уже слился, походу. Блин, тут просто без шансов, меня... Зря на Номена вообще пошли. Меня ж Кроу пробивает потиху. Она здесь нормальная альфа, там по 300 хп. Слушай, нормальный Номан. Я, конечно, отварпал, но... Так, ну что, надо тебе рефитнуть. Кроу я, кстати, не убил. Да. Ну сейчас я в патриген. Слушай, ну тут недалеко, нормально. Слушай, давай сейчас просто обратно будем вываливаться. Тут какой-то херетик появился на подскане. Вроде без баба был. Как? Возможно зря на самом деле. Да, он полезли, но фиг его знает. Нет, когда нормальный пульсовый Омин был. Угу. Я поздно подогрелся, но можно... Ну, у меня 5% хула, я отпарсил, слышишь, да? Это коряво. Вообще вышло на меня. А, наркота уже не висела, блин. Надо было сесть. О, да, кстати, у меня тоже наркота не висела, как бы Кроу убил. Ты уже пошел ходом? Да. А, все, окей, я по триенке, да? На УР там пачка этой фигни висела, но ничего страшного нет.
отличный бой. Ну, в смысле, я их минуснул. Я же думал, минус твой херетик. Что? Я же думал, минус твой херетик. Не. Блин, я пришел прям в текстуру. Интересно, как меня бампнет. А нормально бампнет. Кастом офисы, которые в нуле висят. Угу. Там прям херетик обосрался баблами на самом деле. Два аж поставил. Для полноты эффекта, так сказать. Может, они гнозис тут уже аспрей нави вытащили? Слушай, у меня отличный бейт, у меня 5% хула, а не просто, ну ты понял. Easy kill! А, держи. Ты же тут аспрей меня ждет, еще фиг гляну. Ну слушай, хамлы. Плакал уже, правда, такой приличный, я боюсь, как бы там со мной не прошел этот. А Оман, потому что я нифига не вытапливаюсь под него. А во, лол. Эти баги забавные. Так, пойду-ка я к нему. Он либо ошибешный, либо это какой-то лол. Слушай, ну дамажит на самом деле меня он. Я как бы ощутил, что он дамажит даже в том не, в малой это... дистанции. Я много циклов сделал. Блять, меня покнули в Тессе. Серьезно, что ли? Ой-ой-ой, тут балуюсь со скоростями, конечно. Акарак. Ой, лол! Ой, лол! Короче, блин, это было просто... Я убил Аспрей на Виисью, у меня конец армора, я алайнюсь ноги для отварпа, заходит Артигнозис и он шутает меня. Блин, это просто вообще, слушай. А, снурлисовый, ну не суть. В общем, дорога без бублей, без мобил. Хорошо, я понял.
Блин, это реально было, знаешь, вот...